Принесли его. Только у вас почему-то не хватает мужества признаться в этом. Нет, это смешно. С какой стати вы меня подозреваете? Честного человека. Откуда такая мысль? Носить вам букеты? Почему вдруг? Положите же, вы считаете, что мне нельзя подарить цветы? Можно. Вам подарить можно. Просто для этого нужен какой-то этот самый... Как он? День рождения или там как? 8 марта. Вот. Но я не собираюсь этим заниматься. Нет. Почему вы все время врете? Не надо. Я не вру. Не носил я вам букетов. Почему я? Что, я обалдел, что ли? Белины объелся? Простите, мне работать надо. Трудиться. Сначала вы приносите цветы. Нет. А потом приходите для того, чтобы оскорбить меня? Не оскорблял. Я зачем? Соберите ваш феник обратно.